Oh,
Я не знаю, как это именно с пробкой сделать. Ах ты ж мать твою. Не заметил, не заметил.
Что ли тебе нужно? Mm-hmm.
Да пипец какой-то, господи. Загадки на века. Под холодильником люк. Thank you.
А подсказка есть вообще? Но здесь ничего нет. Давай туда пойдем. Смотри, футбол смотрит.
Привет, Белочка. Спасибо тебе также. И победа.
засунуть. А, лол. Что-то вообще туплю. Сейчас умоюсь. Консерва. Интересное название. Сейчас вернусь. Дай-ка я открою окно полностью. Погода не такая уж сильно холодная. Да и... не солнечная. Huh?
А где я могу тебя взять? Конечно, даешь. Co to? Co to? Oh.
Я думаю, что ему понравится мой рецепт. Co to? Ну хз, хз. Я даже не знаю, что это за красное. Это типа перец, что ли? Привет, Мария. В смысле? Тогда что-нибудь покрепче, если это перец. Ну, и так сойдет. Я что, плохой, что ли, этот бармен, что ли? Так, давай просто кофе. Да забабахаем кофе, давай, 3 раза. Ладно, 5 раз. Чтоб был супер.
Надо же. Я. Чего? Ну прям с бодуна. Ладно, брат, какой-то фьюил тебе нужен. Это с фьюил байдин какой-то. А сам что, не можешь, что ли? Как я понимаю... Байдень какой-то. Ну, ойл это масло, как я понимаю. Ну ладно, давай-ка я туда пойду. It's a fuel. Рык. Еще что ли приготовить? Это типа собака, что ли, мертвая? И что это такое у него? Допустим, вода. Не работает. Не могу. Чтобы присоска не мне сразу туда дырочку попала.
Что хоть нужно сделать-то? Наступил и мой день. Всего пять. Ничего не надо делать с напитком. Он просто жалуется, что, короче, не лень. Давай-ка сам заправляй. Туда, оп, туда. Оп. Ты не осилил эту игру? Сложно оказалось. Зато. Наступил и мой день. Воздух где выдувается? Именно на бачке? Там и правда дырка. Оп. Я думаю, какая-то ручка. Мало ли в этом мире именно канистру держит ручкой. Ах ты ж, бля. Thank you.
А это хоть для чего? Шарик не лопнет. Этот вообще улетел, брат. Куда ты улетел? А я думал, что это такое вообще? И опять храпит собака. Ну тогда я такси возьму. Сейчас, оп. Ну, вроде заправил. Или нет? Или еще нужно туда? Оп.
Привет, коте. Привет, рад видеть тебя. Заходи на чашку чая, поболтаем. Кто-нибудь пробовал кофе с рыбьим маслом? Рекомендую. Твою мать. Я. Молодец, брат. А кто платить будет? Правильно. Этот вообще посол. Ну, зачем ссать? Окей, третья часть. Спасибо за ГГ. Третья часть.